Всем тверп, сегодня будем пытаться заснуть в VR-очках. Посмотрим, какие функции можно применять. То есть можно использовать очки как маску для сна. Также можно включать какие-нибудь видео там о космосе с какой-нибудь релакс-музыкой для сна. И так пытаться уснуть. Ложимся. Переходим в VR. Так вот, я уже подготовил на YouTube видео о космосе. Переносим его наверх. Включаем в полном режиме, на полный экран. Еще раз переносим наверх. И здесь включаем 360 градусов. Все, и у нас полностью все вокруг. Космос. Можно еще отрегулировать. Поставить 180, 300 куб. Но самое оптимальное это 360. Либо в обычном формате смотреть. Кому как больше нравится. Пока поставим 360 градусов. Такие звезды. Тут, правда, сверху как будто бы черная дыра такая все засасывает. Из-за того, что склейка происходит. Ну все, вот у нас также вот обычный свет. Я его сменю. Хотя как бы я в очках не вижу свет, потому что я буду в VR. Но сейчас переопределим. Сейчас очки переопределят. Отслеживание слишком темно. Перезапустить отслеживание. Слишком темно. Выключать отслеживание не будем. Ладно, тогда можно включить обычную лампу. В принципе, нам свет лампочки никак мешать не будет. То есть вот посторонний свет, можно спать там хоть в солнечную погоду, хоть при луне, без разницы. Можно, если в темноте, то можно отключить отслеживание, чтобы оно вам не мешало. Так вот, переходим в VR. Еще раз все настраиваем. Куб. 360 градусов. Все, запускаем. Можно регулировать также яркость. Если слишком ярко, то... Так, сейчас чуть-чуть. 5 минут можно перенести. Здесь можно яркость выключить. Сделать максимально тусклым экраны, чтобы вам не светило в глаза. И громкость тоже отрегулировать. Чуть погромче или потише сделать. В принципе, музыка играет достаточно тихо, так что можно чуть погромче сделать. Все, так вот можно. Засыпаем потихоньку. Также можно просто включить черный экран. То есть так вот нажимаем кнопку и все полностью. Очки превращаются в маску для сна. Ничего, никаких видео, ничего не отвлекает. Также можно включить какую-нибудь музыку.
Ну и просто черный экран будет. Продолжим смотреть видео все-таки. Не зря взяли очки. Так бы маска, как бы она... Маску можно купить рублей за 500, а VR-очки они все-таки чуть-чуть подороже стоят. Вот наши появились отслеживания рук. Можно считать звезды. В моем шлеме из-за того, что здесь вынесен аккумулятор назад для более балансного, для балансировки, спереди взять. А видео сейчас здесь идет. Я просто смотрю статическое изображение звезд в 3D-окружении. Вот аккумулятор сзади мешает, но его можно вот так вот просто отогнуть, как вам удобно. И он тоже просто мешает, и очки не будут так сильно давить. И аккумулятор не будет мешать. Но у всех шлемов разные крепления. Apple Vision Pro, там аккумулятор вообще вынесен отдельно. В Oculus Quest 3 там аккумулятор встроен в переднюю часть шлема. То есть сзади у вас просто такой ремешок, который никак не мешает. Вот статическое изображение не очень интересно смотреть. Перейдем опять сюда, видео, чуть-чуть промотаем, там где будет что-нибудь не такое яркое, вот. Можно даже закрыть глаза или открытые. Когда вы начнете спать, глаза сами закроются. Также, если боком любите спать, то можно и так же боком все. Также видно. Тоже в зависимости от того, какой шлем. Где-то поудобнее, где-то менее удобно. В основном, когда бок сбоку лежишь, тут основная проблема — это боковые ушки. Также с утра еще посмотрим, если мне что-то будет сниться, я попробую в искусственный интеллект, генератор картинок, пару промптов, чтобы он не сгенерировал то, что мне снилось. То, что будут рекламу вживлять во сны. Скоро до этого тоже, наверное, дойдет.
кстати, по времени. Вот сейчас как раз 00. То есть, ну, я засыпаю примерно минут за 10-15. То есть, вот я сейчас засну, и с утра еще минут 10 посмотрим сны, которые мне снились. И все. И посмотрим, во сколько я проснусь тоже по времени. Попробуем, кстати, сейчас выключить свет. Сейчас часов. Вот, если так, когда в VR-режиме, то отслеживания нету, поэтому он не ругается на отслеживание. Все. Ну и как бы то, что вот с камеры я снимаю, на это изображение влияет, а то, что я вижу, это как изменило. Вот сейчас я зеленый включу. Можно такой фиолетовый, оранжевый, красный. Ну, самый обычный, стандартный белый свет, который слепит в глаза, если смотреть в него. Но время никак не отвлекает. Поэтому оставим его. Доброе утро. В общем, проспал я в шлеме где-то 2 часа. Потом я все... Через 2 часа после того, как я заснул, я снял шлем, потому что лицо начало сильно запотевать, и я проснулся. Потому что у меня начало запотевать лицо, и оказалось достаточно неудобно в шлеме, когда он запотевает. Ну, возможно, другие модели более удобны для сна. Вот, сейчас, как и обещал,
переходим в VR, и вот генератор картинок не самый лучший, конечно. Лучше бы там Midjourney или DaVinci какой-нибудь. Ну вот у нас российский, так как все VPN здесь не установить пока что. Открываем вот то, что есть, работаем. И вот примерно то, что мне снилось, это внутри городского автобуса. Как я ехал в автобусе. Вот примерно такая картинка была. Но единственное, там еще были люди. Вот пока что искусственный интеллект. Можно дописать еще. Вот с людьми, допустим. С людьми. Вот этот. Промпт. Скопировать. Вставляем. Посмотрим, сгенерирует ли он людей мне в автобус или нет. Да, вот, теперь уже более похожая картинка. Вот примерно вот так вот я ехал, то есть у меня во сне была примерно такая же картинка, как я еду в автобусе. Ну вот. И все, получается. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.